В Ульяновской области проживает 11 тысяч ВИЧ-инфицированных жителей. Сотрудники спеццентра отмечают, что вирус сейчас активно распространяется среди молодых женщин, многие из которых беременны. Планируют родить ребенка, то стоит ей обратиться к нам на прием, обратиться к специалистам спеццентра, где будет назначено обследование и назначена антиретровирусная терапия в качестве профилактического лечения. Во время беременности ВИЧ-инфицированной женщине назначается 3 препарата. Их необходимо принимать вплоть до родов. Далее ребенку также прописываются медикаменты. И при соблюдении всех рекомендаций вероятность того, что ребенок родится здоровым, составляет 99,9%. В настоящее время в Ульяновской области более 3000 женщин родили детей. 2500 детей сняты с учета здоровыми в результате того, что женщина вовремя приходит к нам в спеццентр, получает своевременное лечение, ребеночку назначается тоже своевременная терапия. И детки у нас снимаются с учета здоровыми. Стоит отметить, что пути заражения ВИЧ-инфекцией различны, и не всегда причиной является наркомания или распутство. Большой процент заболеваний среди благополучных граждан.